вы в курсе, ребята, что во время воспроизведения видео 60 FPS у некоторых людей кружится голова? Так это реально, вот включаешь некоторые видео и кажется, что как будто видео ускоренно идет. Но чисто потому, что мозг не может адаптироваться к такому обновлению кадра. Сколько лет все смотрели? 30, там 20, да, FPS? Фильмов 20 FPS, по-моему, пишется. Вот, и хоп, тебе на 60 FPS. Это каким-то slow motion прикольно смотреть, мне кажется. Но записывать, допустим, с 50, там, 60 FPS видео, а потом просто его растягивать до такой степени, чтобы был эффект slow-mo, вот это прикольно. Mm-hmm. Это классная вещь. Бугагашеньки. Я сегодня пересмотрел эти. Которые? Теория большого взрыва. А ты куда делся-то? А, вот он ты. А я езжу что-то тут по... Это ты? Не ты знаю, сейчас это... на эту заехал, да? Да. Лесорубку. Я вижу, ты там летаешь вроде как, да? Да-да-да, выезжай на шоссе. Уверен? Ага. Ё-моё! Ты же серьезно? На Титане жеваный торт. Только не говори, ты же хочешь посадить на меня ее? Нет, ты не хочешь на меня садить. Я сейчас на шоссе выйду, окей. Убедил. Блин, ну страшно, прикинь, в воздухе такая дура летает. Да. Помню, не так давно в русском каком-то, над русским городом у нас так пролетел также самолет очень-очень-очень низко. Так низко, что люди испугались. Хотя... Это было специально организовано кем-то ради того, чтобы поддержать... Подожди, стоп, прям на секундочку перебью. Тут дорога такая кривая просто. Ты видишь это? Нет. Дорога, ну вот куда ты сейчас смотришь, дорога просто кривая идет. Она зигзагами, не посади здесь. Давай дальше туда. Да, да. Говори, что ты там. Так вот, значит, люди напугались, а вообще это было муниципалитетом организовано для того, чтобы, так сказать, отдать дань уважения ветеранам Отечественной войны. Офигеть. Так, а люди об этом не знали, они когда это увидели, они думали, что что-то не то, блин, я не понимаю, машина по воздуху уехала, ты прикинь. А теперь она еще меня таранит, еще обалдела. Давай, давай, проезжай дальше. Блин, когда вот машина... Мать твою! Слушай, правда, у меня крылья, по-моему, не помещаются, чтобы посадить-то. Ну, кстати, я вот машинку одну класс... Ой-ой-ой! Ну, ё-моё! Я крылом зацепил, прикинь. Ну, блин, ну ты чё? Я даже не заметил и испугался. Минус 5 очков Гриффиндору, ну... Как же так можно было? Ой-ой, он до сих пор взрывается. Да ты чё? Я даже не слышал этого взрыва, что самое интересное. Ой, ещё там что-то взрывается. А, вот, ну короче, ты, наверное, на... О, вижу, но обломки. Ой, там ещё сейчас машина взорвётся. Воу! Ой, сейчас ещё взорвётся. Тут люди побежали из машин повыпрыгивали. Тут человек горит. Жесть! К нему человек ещё один пробежал, ещё один сгорел. И машина ещё одна взорвалась. Охренеть. Нифига ты уронил самолёт. Тут реально, знаешь... А ты смотри, как он упал. Ты знаешь, четко. Атмосфера такая создалась сразу, как будто вот реально тут катастрофа такая произошла. Согласен. Вообще. Жалко, огня мало. Вот при такой катастрофе реально должно было быть больше огня и черного дыма. Ох, жесть. Да. Ты просто посмотри, как самолет-то упал. Но. Он четко посреди дороги стоит. Жесть. Это как так вообще? И черного дыма побольше было бы вообще классно. Да. Согласен, там пробка такая образовалась. Ребят, простите, это не я. Там машина еще на обрыве, смотри. Это я, но в другой жизни, офигеть. А давай их подорвем всех. Давай. Чисто вот они будут цепной реакцией взрываться, и это будет вообще... Сейчас, подожди, я вот так вот сделаю. Ова, тут даже... Ова, готов взрывать? Да, только слезь с самолета. С самолета? Так, подожди, я на самолет просто поставил. Куда-нибудь вот сюда, давай отойдем. Так, я, наверное... Вот сюда. Да, да, давай. Да. Сейчас, погоди секунду. От третьего лица. Оп. Шо. Давай. Фаерверк. Фаерверк. Давай, давай. 3, 2, 1. Еще бы они все поразлетались. Смотри, сейчас они еще повзрываются. Да-да-да, вот в этом ты... А сейчас паника начнется, а некуда идти. Бом.
Сейчас там еще смотри, сейчас еще машины взорвутся. Офигеть. О, жесть. Я пошел пешочком прогуляюсь, посмотрю на этот от первого лица чисто. Я тоже от первого лица хочу посмотреть. Ты только аккуратно, там они нет, взрываются. Девочка что-то тут в позу встала. Отойди маленько, сейчас он там еще взорвется. Да я вот тоже смотрю на этот вот. Вау. Бдум. Так, вон там. О, пожарники, пожарьте. Не потушите, блин, что вы там умеете. Ой. Ой, сзади исчезло это. Жесть, взрывы-то какие. Звезды-то тебе дали, прикинь. Да. У-ху-ху-ху. Ты че там? Ты видел? Нет, что было? От первого взгляда это так эпично посмотрелось. Вот этот кабриолет просто на меня полетел. А там машины с моста стали падать. Ой, жесть. Я хочу это посмотреть еще раз. Вау-вау-вау! Вау! Черт возьми, тут выемка была, я отошел так вовремя. Обалдеть, меня тут чуть не сбила машина. Ой, жесть. Офигеть, так-то ахтунг вообще, там взрывы. Блин, машины сразу исчезли, стоило мне отвернуться, вот это так стрёмненько. Да, и это самолет исчез, к сожалению. И менты там сзади стали стрелять. Ааа, я вниз падаю, вообще упал. Не, она, конечно, прикольно так делать. Слушай, можно еще пару раз так замутиться? Да. Ну, что не говорят, первого лица и с Full HD графикой это выглядит просто шикарно. Да. И что самое, знаешь, вот классно, в игру добавляется такой элемент страха реального. Угу. Особенно, когда на тебя машина летит, а ты от первого лица стоишь. Я сделал все, что мог, она мертва. О, какой кошмар! Фиксируйте время смерти. Так, вот ты, вот да, ты, вот. Мне нравится твоя машина. Так, двигаемся. Так, вы у нас где-то там внизу, да? Судя по всему. Ага, понятно. Кое-кто отлетел у нас. Паркуемся. И налаживаем связь. Пол, наверное, минуту. Да-да-да, я вот не успел даже запись остановить, как ты появился снова. Да-да-да. А чё так коннектинг пропал у нас с тобой? Так, ты внизу. Не-не, всё-всё, окей. Тусуешься. О, самолет. Я? О, чё там? Там самолет летает. Надеюсь, это даже не один, два самолета. О, он горит. Два самолета. И, по-моему, у кого-то из них крыло горит. Мы наблюдаем только воздушную баталию, ребят. Ой-ой-ой. Подожди, я хочу посмотреть на все это, но я где-то в жопе низу вообще там. А я вон вижу... Да, вот они, короче, прикинь, они Ой, их трое, прикинь, они воюют. Трое, ну. Жесть. Жесть, я тут забраться не могу. Одному крыло оторвало, вон он сейчас будет падать. Жесть, смотри. Где? Авиакатастрофа, вон падает. А, вижу. Жесть. Вот рядом со мной прилетел он. Просто вообще мясо. Так это что самое интересное. Даже не по нашу, то душу. Блин, там... Да, это знаешь, это как, скажем, кто-то другой просто сражается. Да, это... Кстати, теперь вместимость игроков на сервер GTA Online стала 30 человек. Раньше было 15. Так что народу, плотности игроков на карте будет больше. Знаешь, что я сейчас заметил? Самолет, вот этот, который взорвали, упал рядом с людьми, которые отдыхают. И они просто все побежали отсюда. Просто все бегут, прикинь. Да. Да, конечно, не побежишь тут, как же. Да. Они все кто куда побежал. Зато вот у меня, отвечаю, вот у меня лучшая машина в игре вообще. Ой. Ты... Отлично. Ты умер, что ли? Я залез в машину, и у меня просто с гранатомета прилетел выстрел. Изи, катка. А, это ты вот тот пилот. Понятно, это пилот истребителя, который взорвался, он сейчас теперь ходит и чудо, блин, творит. Слышь, тебе помочь его? Да. Устранить. Ну все, врываюсь я тогда. Надо это, наказать его толстую задницу, слишком он так, много нет, на я, себя конечно, взял. Не угадал, блин, так влетел. А он псих. Это как бы понятно. Так, сейчас мы возьмем что-нибудь. Я его убил, что ли? Нет, не я его убил. А кто-то... А, это свод... Нет, он просто умер. От кого-то. От кого-то, да. Может быть, его с воздуха убили или как? Возможно, с воздуха. Нам надо линять отсюда, иначе мы тут превратимся во что-нибудь. Я не могу, прикинь, приблизить этот... ты на крестовине вверх нажимай.
А, господи Иисусе. Там мент стоит над трупом, что ли? Не знаю, где это тело? Ну-ка иди сюда. А он, походу, ливнул. Или нет, нет, или в кустах где-то стоит. Да, прикинь, мент стоит над ментом и смотрит. Мент над ментом стоит и смотрит. Если бы он еще плакал, это было бы... Он, смотри, он еще такой, типа, разыскивает. Типа, что здесь, улики какие-то? Круто. Сейчас я, короче, к тебе приеду. Ну, нафиг этих долбанутых чуваков. Да, да. А тут, кстати, вот есть хорошая машинка, вот прям такая. Да-да-да, я сейчас вот к тебе приеду. Ага. О, садись. Так, давай. А, ну вон, я, кажется, вижу копа, который ходит там что-то. Да-да-да, он за кем-то побежал, прикинь. Он кого-то запалил, походу, подозреваемый. Наверное. А, там вон он, там на дороге что-то тусуется тот чувак. Ой, ой, кустик. Вот это кусты. Ой, а за чё это? За чё? А ты, наверное, в куст влетел, вот Гринпис тебя покарал. Ну, типа, вы чё, нельзя в кусты въезжать? Слушай, а чё реально, чё происходит? Не знаю, давай убираться отсюда. Ох, да, надо валить отсюда. А я такой, знаешь, вот просто нифига ты ему путь-то выбрал. Нелёгкий. Ох, какая красота на улице. Но надо стрелять так. С другой стороны надо голову повернуть. Так, копы. Ай, нос чешется. Так, ладно. Нам надо утратить от них. Вот. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Тише, 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 я тут... Маса придумал трос. Чёрт. Что тут случилось? Что? Едь. Ума. Вперед, погнали, ой, да мы по тебе проедем сейчас, оп! Так, я, кажется, попал по кому-то. Ой, нифига они там сзади переворачиваются, что-то. Есть, убил водителя, а тот другого, соседний его просто тут же выкинул, даже не раздумывая, даже нисколько не поскорбев. Вот она, доля полиции, да? Вертолет или так? Так, у нас нет одного колеса, но думаю, это не беда. То есть сразу вот вообще, бездушные собаки, твари, я так и думал, я так и знал. А, заносит. Тут по-любому где-то должна быть еще машина. Блин, да вот какая-то. В задницу. Давай, давай. Гоним, гоним. Мы уйдем от них. Пошли вон. Откуда-то у нас уже три... А, ты же стреляешь, точно. Мы все равно уйдем от них. Уйдем от них. Если что, сплавимся. Не миссии без... Не серии без копов просто. Да. Так, подожди, там где-то мостик. Так, вот это вот это вот. Блин, такой красивый закат, под него так, знаешь, от копов выбирать. Так атмосферно прям вообще, блин. Не говори. Нравится. Вот так вот. Так. Да под... Обычно рыбацкие эти стоят. Машинки такие обычные, домашние. Хоум-машинка такая. Так. Блин, так виляет, зараза. Навестись. Так. Нифига за нами. Сколько? Три машины и вертолет? Да. Было бы это все дело на мушке, я бы уже давно их всех раскидал, прям как в Сан-Андреасе старом. О! В голову! В голову попал одному! Вот. Я видел, продается переходник на PlayStation 4. Отгадай, сколько он стоит, чтобы подключить мышку. Ну, тысячи две, наверное. 14 тысяч. Да ладно! Отвечай. Куда такую хрень вообще? Пусть в задницу засунут. Я просто офигел, вот серьезно. Проверьте, а там внутри у себя в заднице еще раз засунут. Я за 14 тысяч лучше себе консоль новую куплю. Я лучше за 14 тысяч подожду 27 января, блин. Да, или даже так. Ты че тут ездишь? Не ездить тут. О, господи. Ты тоже не ездит тут. Ты че, ну кому сигналишь-то, а? Блин, самое поганое это попасть, ладно, еще попадешь, а если, блин, их там двое, даже два раза попасть надо. Так, че нам, куда ехать? Есть, убил одного, так. Минус один. А второй что? Он... Ладно. Ей, отрываемся, нормально, путь идем. Я уже троих убил, слушай, за погоню. Ой, тут какие-то это. Терки у них. Ой, меня застрелили! А у нас колесо. А у нас все, блин. У нас ГГВП. Меня это застрелили. Разворачиваюсь, еду за тобой. Давай, давай. Ой, я тут за забором. Ты где? Ты где? Чувствую я тебя. Мы уже без двух колес. Ага, стой. Я вот сейчас вот сюда вот просто... Так, не, я хотел в багажник, ну и в принципе. Вау.
Так, мы продолжаем КВН. О! Это погоди, это что такое? Где? На небе. Такие полосы белые. О, не знаю. Это НЛО. Ой, меня убили, как? А, да? Да е-мое. Сама походу едет. Да, она сама едет, блин. Ты как на Родео. А, идите в жопу, у меня не возьмете жизнь. Это клин, просто столько ментов. Слушай, давай-ка посмотрим. Все, разъезжайтесь, ребята, ну все, вы убили нас. Да, молодцы. Да, все, красавцы, молодцы. Глянь, вообще все, просто жесть какая наверху. Смотри на машину, она без двух колес так забавно смотрится. Ой, меня сбили, полиция. Полиция, арестуйте. О, реально, прикинь, он меня сбил, его, в него стрелять начали. Спецназ на него напал. Ломай его, ломай! Сверхурочные! Правильно, ребята, вы только что меня застрелили, я жил, и вы теперь убили особо опасного преступника. Нифига их тут. Я бы вам пятюню дал. Разобралось. Мне больше любопытно, что это за белые полосы на небе. Ну это типа, наверное, как самолеты, знаешь. Да, я вот тоже подумал, но что-то как-то не вяжется ни хрена. Как-то они неправильно летают. Что-то как-то не похоже это на... Или прям по КД они друг с другом пролетают там. Давайте разъезжайтесь уже, нам машина нужна. Да брось ты эту... А, вот эту. Я думал другую, ну... Эй, слоу даун! Давай, залази. Слоу даун! Ой, едь. Ой, нифига, его скорая сбила. Ой, его скорая сбила, а я, короче, вытащил типа из скорой. Да, давай, едь скорая, я сейчас назад залезу, подожди, стой. Давай. Меня убивает, блин, я умер. Здесь тоже убьют, я валяюсь. Да какого хрена вообще? Ой, полет. Офигеть, я прыгнул, знаешь, такой, и ноги вперед такие, как это, как кунг-фу. Меня в полете убили. Вот надо эту скорую взять, ни разу в скорую от первого лица не ездил. Да, ну ладно. Кстати, глянь, смотри, какие бочки разрисованы. Вот чувак приехал. Как будто на Ламборджини приехал, стрелка желтая. Да-да, здорово. Ой, копы, ой. Ой. Ну как ты водишь-то, ё-моё, нифига так там прикольная машинка. Что-то я таких даже не замечал в игре. О! Ха! Здорово, жердяй! Иди физкультурой занимайся! Давай, босс, садись на назад вон. Физрука туда. На тебя не хватает, блин! Жердяй! А, это я тебя? Да! А! Нифига, ты собака! Ты смотри, слушай, давай, там давай. Вообще, там и мужик, пацан вышел с желтой машины, его тоже бьют. А? Ой, жесть! Ты какой у него пузо обалденное, блин! Офигеть! Просто давай иди разминай! Встал и побежал. Что у вас там происходит? Да я тут ему спортивный сеанс устроил. Че, как вам там? Все, готов? Фига нам желтенькая, да, такая, блядь. Это, кстати, та самая машина, в которой мы с лагами так неплохо. А, пропустили. Да, точно. Слушай, как-то странно скорые звуки издают. Ну, правильно, ой, надо выключить ее нахрен лучше тогда. Итак. Так, куда поедем? О, ты дверь открыл? Небесные. Слушай, по-моему, да, все-таки ты был прав. Это от самолетов, типа как. От самолетов что? А, ну, эти. А, эти полосы. Полосы-то, но. Какая светлая ночь, не наблюдаешь вообще? Светлая ночь. Только мы на свистят над. Да, как это называется машина? Только мы на скорой едем. И сейчас мы приедем на аэропорт. И возьмем что-нибудь полетать. Да.